Всем здрасте. Мы с мамой приехали в лесочек. Небольшой нашли. Сейчас маленько походим. Ой. Походим. Побродим. Может, что найдем. Ты что, прыскаться ты не будешь? От комаров меня тогда напрыскай хотя бы. Лесок такой хороший. Может, что в нем? Может, что в нем и найдем? Кто? Что-то как-то сухо в лесу. Что, даже ни волнушки, никого? Доньки. А я сыроежку нашла брать. Дуньки. Это тоже сыроежка. Так это еловник. Это еловник, говорю. Еловник, а там он еловник. Сейчас мордохлёст этот. Темнота. Выколи глаз тут. В этом еловнике-то. Так. Одни дуньки тут, ага. А вон рыжики-то прошла, вернее, мимо. Не рыжики, а волнушки. О. Сейчас соберем. Волнушки волнушками. Я во мухоморы какие пошли. Фу. Их чикали. Вон еще один прячется мухоморчик. Говорят, где мухоморчики, там вроде как и беленькие должен быть. Вот эти кто? Какие-то поганки бледные. Так, в общем, ходим, смотрим во все глазки. Грибушки, грибы. Волнушка начикала. А вот вам ваше благородие. Черный груздок. Ой, какой хорошенький. Мама, это разве грусть? На Дуньку похож. Ну ладно. Ох, какой прям толстый. Вышли к какому-то пруду. Прудик какой-то тут. Неплохое такое местечко. Интересно, рыбка тут есть? Там заход в воду. Поедем сейчас в другое, наверное, место. Здесь, наверное, рыбку ловят рыбаки. Типа карьера что-то, наверное, тут было. И он все камышами поросло. А, конечно, вот так приехать и остановиться здесь.
Свинячник вообще ужасный. Так, ладно, мы с мамой перемещаемся. Ты, может, вот в этот лесок сходить? Фух. Стоит, наверное, не взять. Подберезовичек старый какой-то. Старый уже весь. Кошмар. Что тут? Что-то тут. И нет-то ничего. Господи, в лесу-то. Как-то сухо, хотя дожди были. Бля, на могилке у бабушки с дедушкой. У них грибов там, видимо-невидимо. Вот стоит еще один. Тоже старый. А бабочек подберезовик. Ой. Ладно, походим тут пока. Дача грибника. Черная грусть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Вон там восьмой. Восемь штучек сразу. Такие черные. Черные груздочки. А мама еще и сзади собирает, да? Вот еще-то? Там. 8, 9, 10. Он 11, 12. 13, 14. Короче, удачненько мы так вышли на поляночку. У меня тут вон и большие были. Так. Главное не наступить на них. Они черные. Черные сливаются. Вот да. Это соберу. И вот там под кустами. И под кустами соберу. Все соберу тут. Ничего не оставлю. Ну, какие хорошенькие груздочки. Вон еще один там. О! Красавчики запрятались. О, какие. О, какие груздочки. Ой, он какой красивый. Жирненький такой прям. Опа. Жирненький. Ароматный какой грибок. Это такие пущи, правда. Такой лес так-то страшненький, еловый. И в этом еловом вот тут вот эти груздочки-то мы и чекрыжим. Так, ладно, ищу дальше. Нету этих ни белых, конечно, ничего не попалось. Но грузди это тоже хорошо на засолку. Красотень. Он же какой огромный. Какой огромный. Ох. Не, он уже все. Он уже приказал долго жить. Все, ладно. Все. Мама там чуть-чуть ходит еще по краешке. Какой интересная тут сосна. Кто-то тут берлогу сделал. Кто-то тут прятался под корнями. Лесок, конечно, такой. Мам! Я ей дала свое ведро. А ей тяжело уже, вон целая. У нее груздей. Корзиночка. Вот, попали на груздочки. Давай я тебе тут руку подам. Все, наверное, домой. Домой? Все? Ну, слава богу. Слава богу за все. Ну вот, мы открыли лес груздевый. Да, мам? Иди сюда, я тебе здесь руку подам. Ну, пошла.
Сейчас иду там. Все, всем пока.